Всем привет, я Анастасия Нифонтова, и сегодня вам я расскажу о самых последних технологиях в защите мотоциклистов, которые ездят по дорогам общего пользования и по шоссейным трекам. Это куртка с системой Tech Air, встроенная подушка безопасности, ну или airbag, как мы привыкли все это называть. Так, с виду вроде бы, да, обычная куртка, ничего особенного. Но на самом деле в ней встроены сенсоры, которые определяют позицию тела. Когда вы надеваете куртку, она считывает вашу позицию тела. Вам надо будет подвигаться где-то секунд 20, да, там, руками, ногами, чтобы она поняла, собственно, тот объем движений, который вы производите. Производитель уверяет, что эти сенсоры, они четко совершенно определяют, когда вы едете на велосипеде, либо вы идете пешком, либо едете на мотоцикле. И жилет, который встроен в эту куртку, он может сработать только тогда, когда вы едете на мотоцикле. Я, если честно, не очень понимаю, как эти сенсоры это чувствуют, но завод-изготовитель уверяет, что это именно так. Здесь на рукаве вы видите лампочки. Это лампочки-индикаторы, которые говорят о том, что куртка готова к использованию. Сначала, когда вы надеваете, датчики этих лампочки мигают, потом все затухает, значит, куртка готова к использованию. Самое главное, это вот эти желтые липучки. Если вы расстегиваете куртку ниже этих желтых липучек, система автоматически переходит в спящий режим. То есть жилет уже не может сработать. Датчики понимают, что вы остановились или вы расслаблены, вы не ездите на мотоцикле и не хотите, чтобы вас вся эта система полностью защищала. Соответственно, она не работает. Как только вы застегнули, все, сразу видите, замигали лампочки, система опять начала работать. В нее внутри встегивается жилет, в котором внутри находится подушка безопасности. Она приводится в действие специальным баллончиком с газом, который включается, как только датчики чувствуют, что произошла какая-то неординарная ситуация, авария. Жилет надувается и, естественно, спасает вам жизнь и здоровье. Что может быть ценнее, чем ваша жизнь и здоровье? Конечно, это стоит очень недешево. Жилет стоит 90 тысяч рублей, плюс куртка. Все вместе может стоимость доходить до 2000 евро. Но поверьте, оно того стоит. Одна перезарядка будет стоить где-то 25 тысяч рублей. Но опять же, если это случилось, поверьте, это случилось именно тогда, когда это нужно. И вы спасли свое здоровье, а может быть даже и жизнь. Новые технологии на страже здоровья мотоциклистов. Сейчас пока что это можно использовать только на дорогах общего пользования, либо на шоссейно-кольцевых треках, но чем черт не шутит, может быть, скоро сделают такую защиту для внедорожной езды. Хотелось бы сказать еще пару слов о скорости срабатывания жилета. Завод-изготовитель утверждает, что скорость срабатывания около 20, максимум 25 миллисекунд. По подсчетам, средняя скорость падения мотоциклиста до столкновения с препятствиями около 30-35 миллисекунд. То есть однозначно жилет сработает раньше, до того момента, как вы, не дай бог, ударитесь о какое-то препятствие, не знаю, мотоцикл или что-то еще. По допускам использования жилета, как я уже сказала, его в основном можно использовать только на асфальтовых дорогах, но производитель утверждает, что в принципе ровные гравийные дороги с глубиной ям не больше 50 сантиметров также можно принимать во внимание, что этот жилет будет адекватно на них работать. Вся эта система работает на аккумуляторных батареях, и одной зарядки хватает на 25 часов непрерывного использования. Речь идет именно о том состоянии, когда датчики работают в активном состоянии. Для того, чтобы полностью зарядить аккумуляторы, вам потребуется всего лишь 6 часов. Но если вдруг у вас нет такого времени, то вы можете поставить на зарядку, например, на 1 час, и 1 час зарядки – это где-то на 4 часа непрерывного использования жилета.